Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение FFA сериала на десятерых с дополнением Gathering Storm в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра. Одинаково технологии, одинаково науки вход. Конечно, хочешь. У тебя на 300 больше очков. Ну да, у меня больше территории. Ну что сделать? Ну так иди Рим, нападай на русского, на Кри. Все в твоих руках. Я, между прочим, сижу с Египтом воюю и потихоньку его пилю. Вместо этого. Понимаешь, ты захватил один город, понимаешь? И он тебе сейчас отвалит. Ну вообще да, отвалится, тем более. Дать деньги кому-то скинуть на меня ядерку не поможет тебе Рим победить. Тебе надо самому что-то кого-то захватывать. Так, мне надо. Нужно было просто не с этими учеными. Сейчас это что-то фатально уже. Как по-моему. Вот это мы пока, наверное, уберем все-таки. Давайте скидка. Так, здесь в очередь в Лондоне так на производство, во-первых. Во-вторых, в Лондоне в очередь сменим на мазутную. Хотя здесь у нас будут подлодки на нефти. Нет, тогда не будем на мазутную сменять. Три. Я думаю, трех хватит. Так, еще слушай, этот ученый. Ты докопался до моего плана. Ну, 102 науки, по-моему, неплохо. Вход. Кстати, да, я согласен. По поводу войны вот сейчас, по-моему, сейчас воевать именно в таких средних периодах намного лучше именно грабежом. Потому что да. Увеличили мародерство, и оно просто нереальное количество что-то приносит. И потом, когда ты просто проехался катком по территории, человек будет останавливать это мародерство лет. То есть, ну сейчас вот ты меня разорил, у меня один ход ремонт кампуса, один ход ремонт библиотеки, один ход ремонт универа. И это еще, если у тебя нормальное производство, а может быть по два спокойненько. И вроде как и район у тебя, вроде как бы 6 ходов тратить не очень хочется. Ну, давайте-ка нефть обработаем. Так, сколько ходов? 4 типа хода. Не знаю, ну типа затопленные хрени, они считаются землей до сих пор. Нет. То что даже юнит. Да, я вижу, но клетка, если наводишь побережье. Ну да, я понимаю, но. Дает одну пищу, одну золото, как побережье. Типа это странно. Ну и где жутко. Мне взять? Сколько мне не хватает? 5, по-моему, очков, да? Ну, по идее, у меня так да. Было, потом должно полностью окунуться в море. Хотя кто не знает, может быть, что я могу апнуть? Стоит, оно забагалось как-то. Ну это не. Я нефть уже так использовал. Нет, вот, смотри, в Мики Фифлацике нет моста и такая же фигня. Алюминий. О! А, вижу. Не знаю. У меня так один раз затопило. Так, еще одно очко. Бон-то. То есть, когда вы апаете, используя ресурс, то это очко эпохи дается. Ну, я не знаю, за космопорт дадут. Наверное, нет. Укрепи поселенцы, украли ворота. До сих пор куда ты селишься? Да, да, там уже ходов 40 стоит. Кри, неси меня, пожалуйста. Да нет, он никого уже не. Что да, тут с развитием? Кто где? Так, мы. 40. Мы во сколько он одинаково. Угу. Вот здесь. Надо бы проснуться.
Вы уже планируете на утреннюю ФФАшку с Инвиктусом? Он же зовет. Что за утренняя ФФАшка? Хитрый такой вынес первым, да? Вышел и все. Так, у нас это... Курдизас вышел первым. Александр отвалил. Да. Не отвалился, а рассинхрон. Но он же ни с кем не воюет так. Да не, нормально все играем. Композиты похищены, норм. Правда, будут бесконечные ходы. Так, египтяне, напомни, какой у нас с тобой был союз, мне так нравилось. Экономический, кажется. Проведение диверсии, выполнение заданий. Рим, что это за атомная подводная лодка? Ядерку мне везешь, да? Объявлять тебе войну уже, да? А как вообще ядерные бомбы кидать? Дождь кидаешь. Что это такое? Кто кому, боже. Харе там ГГшки перекупать. А, Биг. Чё, кто кому? Симбиоз объявил войну чат Нуар? Я вообще ничего не знал. Египтянин, а зачем ты вообще с кем-то воюешь? Самоубийца? Египтянин напал на Кри. Фу, египтянин, блин. Мапучи напал на Кри. Я устал ждать, пока он сам это сделает, поэтому я пошел вперед. Самоубийство. Нет, у меня танки. Корпуса. Я сейчас уничтожу, пацаны. У него арбалетчики, которых я только что вынес. Минус пошел, да? Сейчас рассказываю сценарий. Минус 6 он ход. Ну, хватит войска, пока мне есть. Тогда этих подлодок. Ладно, не важно. Ну, я жду сценарий. Да нет. Что-то пошло не так. Я не понял, где... Что-то пошло не по плану. Рим куда-то поехал. Я примерно догадываюсь, куда он. Но это только догадки. Да как кинуть эту чертову ядерку? Куда она делась, я не понимаю. А где она у тебя, я тебе подскажу. Давай. В общем, я ее сделал. Что теперь с ней происходит, я не понимаю. А, так у тебя тебе надо либо юниты, которые кинуть, это бомбардировщики хотя бы, либо пусковую шахту. Ты не можешь просто, если ты построил ядерку, саму по себе ядерку я кинуть. Я кинул гранату. Понимаешь? Блин, в пятой цели такого не было. Ну, здесь интереснее. Вот смотри, в ракетостроении. Открой технологию, видишь, в ракетостроении пусковая шахта, улучшение. Ты военным инженером строишь пусковые шахты. Оттуда кидать ядерку. Ох, еще военным инженером. Нет. Либо в аэропорту бомбардировщики. Подводная лодка еще. Я лучше военного инженера найму. Нет, ну подводная лодка, атомная подводная лодка, это далековато надо. Я и говорю, что атомная подводная лодка. Бипланы, боже мой, да ты хороший. У меня самолетики есть. А у него, по-моему, нет. Я вижу аэродром. О, еще что-то получили. Блин, ну о, одно очко не хватает. Прерывать. Так, у меня, блин, дохода. Так, я думаю, что какой-то великого человека. Настроение упало у тебя. Вот, например. Полководца можно купить просто. Людей из зоны комфорта, когда они строят. Сорян, я просто очень плохо, поэтому я хочу быстрее закончить. Зачем делать плохо другим, если тебе плохо? На самом деле, вот то, что ты сейчас напал, ничего не изменит. 25 ходов осталось, и я сомневаюсь, что он вынесет тебя за 25 ходов. Ну, главное, чтобы до столь не дошел. Но он не дойдет до стольни. Что там до нее идти? 2 метра. 5 тайлов. Я даже мост построил. Ты его лишила его моста. Я не лишал его моста. Его моста его лишила матушка природа. 26. Слушайте, а может и не успею? Но еще экспедицию к экзопланете открыть. Тут еще дофига, кстати. Надо проекты делать. А эти в чем дело? Что мало... Мало этих... Городов-государств. Так, сейчас надо ввести бравых Акичи-то в бой. Моих уникальных разведчиков. Так,
Так, русский, а ты ходишь еще? Нет, все, закончил. Рим объявил о дружбе с Египтом? Чё это? Это давным-давно, я просто принял, потому что он кидал давным-давно. Это когда он денег не кинул. Мне показывают, что мост Золотые Ворота построился. А еще тут война происходит. Я пресло, так и не могу взять. Да, мост построился. А теперь полностью затопило клей. Блин, он меня вынуждает все в Рим таскать. Всю торговлю. Давайте посадим в космопорт. Буря в русского. Ну, не знаю. Не. Не буду предлагать. Мост Золотые Ворота. Ты рапану и засоюзил. У него один пикинер просто. Один пикинер. Сейчас он мне шороху тут наведет. Надо же создать напряжение на границе. Без русского не воевать. Так, а разве русский? Чем ты тут война идет вовсю, блин? Так, два хода. Выношу это. Русские не воюют ни с кем. С Египтом воюют. Кроме украинцев, да. Римлянин, а ты что хочешь, слонов или... А, все, я все вижу. Слушайте, я хочу проект театральной площади, чтобы получить... Эй-эй-эй. Спасибо за этих, за пацанов. За один ход. Где-нибудь в театральной площади проходит фестиваль? Нет, к сожалению. Рим одного мало. Ладно, я следующим ходом, наверное, просто куплю. Спасибо. А чё следующим ходом? Сейчас давайте купим 420. Спасибо за рабочих, слушай, Кри, прям от души, душевного. Мне больше некуда девать. Все, выхожу в Золотой век, отлично. Так, давайте везде проекты эти, исследовательские гранты. Леша, сколько у тебя в городе? Поляк, давай это, давай экономический союз. У меня заключен уже. А какой союз? У меня культурного, нет религиозного. Мне без разницы, слушай, так, лишь бы не его. А я не могу с тобой дружбу даже заключить почему-то. Ну да, наверное, да. Сейчас, я тебе прислал, потому что дружба. Я тебе вот, вот у меня смотри, тут такое количество уведомлений, что... Ага. Вот сейчас я тебе скину. Все, принял. Ну вот, у нас знаешь, что есть? Культурный, военный или религиозный? Давай культурный. Какой скинешь, какой такой будет? Мне уже ошибка. А вопрос такой. А почему? Так, Польша в героическом, Рим в золотом. Ой, может, ребята все в героическом будут, посмотрим. Очень хочется попробовать улететь все-таки. Вот. Проекты у меня есть, ученый и этот производственник, который дает проекты. Дальше тут Рим сейчас заберет на озарение. Тут инженер еще. Ну, правда, следующего, скорее всего, Мапучи заберет. Тут на 100%, по-моему, не было ученого. Плюс 100%. Не было. Только 20% ракет. Ну, 20% это не 100%. Корпус. Слушай, Биг, а я вот только сейчас задумался, как ты, собственно, финикийца захватил? У него же получается... Его основные города через море для тебя были. Ты что, переплыл к нему, что ли? Ну, нет, я обошел просто под этим улицей. Через Лиссабон? Стоп. Смотри, Тир и Сетия — это финикийский город. Ну, а Лиссабон что захватил? Ура! А, Лиссабон... Я убил один его юнит, пацаны.
Ибл угорит, наверное, тоже, да? И беру, да. О, концерт! Японец у меня концерты проводит. Ну-ка, ну-ка. Группы японские. Короче, вот эти города, которые все знаменитые. Все, что на берегу, все его было. Ага. Может, и мне у него концерты провести тогда? Вечернее расположение. Все города на берегу и таким еще полукругом получается. Не знаю, защищать их очень сложно, мне кажется. Блин, а как... Какое там условие, чтобы пусковую шахту вообще построить? Скажи, где ты хочешь ее построить? Инженер. Тебе инженер нужен военный на, да, есть на прямой, на ровной поверхности, на своей территории. Ну вот, что-то типа он не хочет строить, где мне сейчас инженер. А ты открыл ее вообще? Да, у меня открыть ракетостроение. Ну, я не знаю тебе, что сказать тогда. Я хочу на Мапучу ядерку. Ну давай уже разбомби меня на ёлки-палки. Где ты хочешь, скажи мне. А, вижу. Я уже совсем замученный. Концерт Аджимахан. Лёша, давай, это уже столица. Берёшь столицу, я бы свободен. Офигеть, от меня Россия на другом конце, у меня калинка пошла. У меня тоже калинка была. А тут не зависит, где нация. Тут главное, что она есть, значит калинка. Даже если нет, Россия, калинка есть. Нет. Только волынок с Россией. Нет, волынок нет, к сожалению. Калинка только с Россией. Поляк, расслабься, Леша на тебя не пойдет, ему этого не надо. Расслабь булки. Так, где там? Рим. Да поляк, ты спокойно. Да не, Леша. Поляк, ты... это в чате не поляк пишет. Поля... У поляка все нормально. Я знаю, не, я знаю, что это не ты. Там Леша уже спутник сейчас запустит на следующий. Потом, я так понимаю, он... у него два великих еще, два великих человека на плюс производство. Значит, он на что-то одно еще, ну, лунную экспедицию, видимо, прочитает за 5 ходов, потом бахнет. Но мне еще 24 хода до конца игры, ну, я должен улететь. Летит. Короче, я думаю, на 160... 5 рассинхрон на меня! Вау. Ты в темные и в нормальные вышли. Один я. Так. Улучшенная авиация, расщепление еда и ракетостроение. У меня, по-моему, все это открыто уже. Ракетостроение, расщепление ядра и улучшенная авиация. Короче, это нафиг надо. Тогда, наверное, на... Это мне нафиг тоже надо. Давайте на шпионов. Электрические стервятники. О, Сарпану и мир. Блин. А я уже тут воевать собрался. Ну где обещанная ядерка? Вон, ты же построил пусковую шахту. Я сузерен Антананариву. Чак. Вильнюс захватили. Ядерка где?
Подожди. Не будет никакой ядерки. О. А, или а будет вот 100%, ядерка. Блин. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Блин, как бы мне его купить? Наверное, никак. А зачем захватывать этот город, наверное? На этот нет. Ну зато отомстил за все, как ты. А где ядерка? Уже все, уже улетел. Лавкин мапу? Так, блин, где я тут? Плыву. Он сказал, где ядерка. Скорость новую поставил. Я тебе все скажи, да скажи. Просто симбиоз хочет уйти спать. Там пока вы убиваете друг друга, у меня появился первый в мире морской курорт. Первый в мире? Да. Больше ни у кого нет. Нет, кружечка, за что? Так, тоже все сделали. Диверсия на производстве. Нейтрализовали губернатора. Рим, Равенна. Че, всех там еще нахрен забрали? А, еще 100%. Не, ну 100% производства. Ну, еще бесполезное. А мне нравится. Да не, ну, оно же дает только на один проект, правильно? На все. На все проекты? Да. Ладно. А так как у меня еще и Иликарнасский мавзолей, то я смогу два раза, если у меня будет плюс 200%. Мне казалось, что только на, один. На все эти проекты. Так что мне бы очень сильно хотелось этого чувака заполучить. Ты не начитаешь на него, мне кажется. Хотя... Может, мне да, в Лондоне да, тоже проект. Я бы купил его. Нет, ну да. Им я вижу твои современные танки. Очень интересный маневр. Ну, а куда они поплыли? А куда он приплыл? Потому что я видел, что он их убрал от границы, я думал, что он круто. Он плывет через море от Санкт-Петербурга к Нью-Йорку, я так понимаю. Ё-моё. Вместо того, чтобы захватить кого-то из соседей, или захватить какой-то город-государство, чтобы очки получить, он плывет захватывать бывшие города американца. Да не, ну Лёш, здесь ему по счету-то, блин, он по счету не выиграет, потому что ты улетишь. Ну и почему? Ты блин, ты улетишь быстро. Не факт. Только ну я почему бы не предотвратить возможность твоего улета и влететь? Нет, пожалуйста, пускай только он плывет к городам американца, а не к моим. Ну то есть он, ну. Нелогично. Самую малость. И поплыл при том через меня, а ты же, мы шлёт с тобой в союзе, он что, не мог посмотреть сразу, что ты меня, что ты увидишь его? Ну он надеялся, как-то по низу, он наверное, что... человека, ну, захотелось ему так. Чё у меня такое, рассинхроны пошли? Непонятно. Я из-за этих рассинхронов, блин, в нормальный век вышел. А как рассинхроны? А, нет, все-таки плывет. Ну ладно. А я там в одном городе перекинулось у меня производство, и я был один ход до окончания чуда, а потом стало два. Нет, я бы понял, если бы это были танки, которые едут на Лондон. Типа прилетает ядерка с... этой, с подводной лодки, и танк врывается. Хотя... Так они, может, так и делают, я думаю, что у него... Я... подводные лодки у него видел. Так что я думаю, он так и собирается сделать. Транзитом через Нью-Йорк? Нет, он уже поплыл танками к моим городам. Да мне кажется, что... Он чуть-чуть опаздывает на один шаг.
Не, кстати, это опасно. Он там. Я не вижу его подлодок, хотя они так, тут а были. Так, а с кем можно договориться об обмене моего шпиона там? Полномоченное кто? Что я могу предложить господину Паундмейкеру в обмен на моего? Слона! Можно слона? О, отлично. Чё он несёт? Ой, кстати, уголь увидел. Блин, отлично, уголь есть. Как раз на энергию уходит все. Да забери уже, блин, мои стольни и все, типа. Реально, пощады прошу. Блин, просто у тебя тут так неудобно радиация. Которая от твоей ядерки. Да. Куда она взялась? Есть а кто это сделал? Короче, не томи. Да, что делать, я мальчиш плохиш, вот такой. Лучше бы ты космодром не построил, мальчиш плохиш. Зачем космопорт, когда есть ядерные шахты? Кто-нибудь хочет оказать мне гуманитарную помощь? А кто ты? Что у тебя здесь делают миллион этих джунглей посреди страны? Я культурку там фармлю, не мешай. В двух клетках? Четырех. Мне показывается, что в двух. А, сейчас, секунду, я не видел строителя, сейчас. Типа, я не знаю, я типа часть, большую часть этих джунглей захватил только что. А где ты там концерт хочешь дать? Это были мапучевские джунгли. Да. Неправда, да, у меня вот не было. Меня очень волнует это наличие. У тебя были джунгли. У меня границы так глубоко не где-то ходили, там просто соединилась с твоей, это была ничейная земля. Подводных лодок, которых я короче, не вижу. Короче, выноси стулья. Он уже должен был подъехать ко мне. О, у меня рок-музыка заиграла на рок. А где концерт, я не вижу. Давайте. Как повысить лояльность? Карточка а есть. Карточка. О, можно просто вести войска в город. Или губернатора посадить. А если военный инженер, кстати, врубает, то производство дается? Военный инженер, кажется, тоже может леса вырубать. Я про то. А, да. Леша, тут фивых лабораторий для тебя строят. Да, но это будет фейл, если он, конечно, захватит мне два хода. У нас никто особо в тур не шел. Где там это? Рок-концерты сейчас, где они открываются? В Цивиках. Я не понимаю, мне конкретно надо. Вот, холодная война. Ну типа... Сколько это нужно? На каком ходу, ну, например, чтобы на 100-м ходу открыть хотя бы эти рок-концерты, тебе нужно... А, нет, один раз все-таки использовался. Тебе нужно упарываться именно в культуру, и тогда только побеждать как раз-таки этими рок-концертами, а по-другому никак. Ну, это еще нация нужна, какая-нибудь Франция, еще что-нибудь. Так, ну что, сейчас Алексей дочитывает второй этот... Сразу берет себе третий, четвертый за один ход. И у него начинаются ходы капать. Где подрыв плотины у Рима? Не вижу. Нету вообще? Может, я, конечно, эх. Возможно, он строит где-то второй. Слушайте, а плотины что, вообще никто не строил? А, нет, Крий вижу. А, он еще не затопил. Нет, я дамбы я хотел сказать. У меня стоит одна дамба вместо базиса. Я строил дамбы. У меня дамба стоит. Я посмотрел, она строится... У меня ни одного извержения вулкана за это... А у меня стоит даже две дамбы. И ни одного разлива рек. Вообще. Вот
Польша объявляет войну Англии. Ну это я объявил Риму войну, чтобы его танки убить. Польша, попили меня с другой стороны, пожалуйста. А, у нас союз. Египет, подкатись там с другой стороны, ускорь процесс. Блин, нефть заканчивается. Алексей настолько в себе уверен, что решил с одним космофором сыграть. Потому что я реально не знаю. Так, 21 ход. Но у меня не открыта этот экзопланета. Ладно, оставлю эти жалкие попытки. Опять рассинхрон. Потом у меня через два хода рассинхрон. Да что за такое? Шпион из Российской империи, что ты воруешь у поляков? Где вот его подлодка? Он же плыл. Он спрашивает, почему? А я... За что? Что я? А нечего сказать, нечего. Нечего сказать свое оправдание. О. Прорывается. Где в Риме, в Англии, в Польше. Блин, его где-то подлодка тут, стопудово. Ну не может же быть, что он так вот прорывается без возможности кинуть ядерку. Господи, современные танки против боевых галер. Галеры топят современные танки, такого я еще не видел. С учетом, что я разбил все свои юниты, и мне нечем тебе отвечать, действительно. Так тебе просто ехать неудобно. Через мост свой плыви, елки-палки. Насколько я понимаю, самое лучшее в чудесах света. Что в чудесах? В национальных парках. Я с Хордом общаюсь. Так, где этот огромный 9? 10. 11. Ладно, там где-то должна быть карточка. Ставлю робота. В каналках непонятно, потому что, конечно, их кто-то, ну, любой игрок строит, потому что, чтобы культуре не проседать. Но каждая театралочка это не тебе престиж. Так, мне надо тьфу, престиж, по ленке. Туризм. Чё минус туризм-то? Ну, потому что потенциальный туризм, который мог быть у тебя, забирает другой человек. Ну, это, естественно, сам какие-то шедевры. Вот, в театралочке. Вон прорывается танк. Для культурной победы нужен определенный сетап. Понимаешь, форт? То есть не должно быть таких наций, как Россия. Вот сейчас очень много этих... Лёша, как у тебя называется это? Алиенор. Вот. Без всяких Алиенор, без Перикла.
Так, убил. Не, ну одним танком он тут не сделает ничего. Ну вот где его подлодки могут быть? Смотри, поляк. Мои желания исполняются. Опа. Что происходит? Не понимаю, что речь. Куда смотреть? На Венец. Хренаси. Так, ну тут он высадился. Ну что, что с моими желаниями? Все нормально с Вильнюсом? Что с ним? А, ферму построил, господи, наконец. Все, душенька доволен? Нет. Почему нет? 5 уровня. Концерт. Я не успел. О, я слышу, ядерка летит. Почему она летит? И куда? А почему она не попала ни в один город? Вот Путин поставит. Ты троллишь? Серьезно, блядь? Извиняюсь за мат. А вот и подводка. Короче, никто... Так, никто, у меня никто проблемки. Не против, у меня армии не осталось вообще ни одного юнита практически. Да сейчас через 3 хода построю. И Кри подходит к моей столице с ядерками. Сиди, уж 3 хода. Так, давайте... Так, кто хочет бежать? Рейну прокачаем. А, мне Халецкий объявил войну, я это думаю. А зачем, если не секрет? Я объявил войну. Ребят, Риму, а ты союзник Рима. Я могу в мир с тобой. Все, понял. Все. Ребят, для вас вопрос. Почему ты кинул так ядерку? Объясни мне, пожалуйста. Ты не знаю. Я перепутал торговые районы. Мискликнул. То есть ты хотел в торговый район? 900. Давайте мы используем, ну, который этого, рядом который с центром города дает. А кинул не в тот. О. Который соседний. Так. Блин, где... Я спать уже хочу. Дневной. Хочу ныть. Ну, пожалуйста. Дайте поныть. Где этот? Я, кстати, курорт себе построил. Роскошный. Около радиации? Нет. В Пипикисисе. Приезжайте в Пипикисис. Четвертый подход должен быть сразу построиться. Думаю, на следующий. Это странно, что они не делают. Надо как-то не выпускать отсюда танк. И там с подлодкой как-то пытаться разобраться, иначе трындец будет. Будет, по-моему, битва человекоподобных роботов, судя по всему, в концовочке. Короче, тут уже Рим ко мне человекоподобными роботами плывет и атомными подводными лодками. Что-то я сомневаюсь, что я отобьюсь от него. Много роботов? Ну, я видел один, но я думаю, что вряд ли он один. То есть у Рима дофига урана, я так понимаю. Типа они автогазы с перешими. Так, там вертолет, это хрен с ним. Блин, просто царапает его. Он сейчас апнется просто и все. Да. Ну
Ну, куда подлодка делась? Не проплывала же она дальше. Не, ну конечно, если он возьмет Лондон, то он сильно лучше. Да, блядь, да, но мне кажется, не возьмет. Да, вот интересно, на такой обширной территории нет нефти. Вообще нет нефти. Ну, тебя видишь, Япон. Рим, ты уничтожаешь галеру огромным человекоподобным роботом? Ты серьезно? Почему огромный человекоподобный робот? Он, по-моему, называется огромный боевой робот. Пофигу. Надо, чтоб галеру. Да ладно, он покачаться может хочет. А, не качается робот. А, стоп, а как это я войну с Англией вступил? Да блин, я объявил войну Риму, второй человек. Еще раз, ребята, я объявил войну Риму, вы в союзниках у Рима. По очереди сначала поляк спросил, теперь Крис спросил. Я готов мириться, не собираюсь с вами воевать. Там плыл ко мне современными танками Рим. Жаль, отдал Лёша ядерками дотяг. Повеселился, бы на вас обоих скинул. Ну скинь. Да я не дотягиваю. Не, ну я могу сказать, что японец прям до конца за Лёшу, прям вот, он вообще не хочет со мной никак. Так а вы до конца за Рим, блин. Я до конца за Рим, я до конца за то, чтобы меня учили. Рим и Кри, братья, да? Нет, ну, мы воевали, но мы... Я не справедлив сейчас в этом высказывании, потому что у этих вообще своя игра в троих. Да у четверых даже у нас своя игра, ну что там в центре, эти два индейца и мы с поляком. Вообще, блин, типа ничто. Русский сам себе на уме, смотрю, что-то пытался улететь, но мне кажется, что не быстрее он тебя улетит. Что сам, не, сам себе на уме, а что мне делать, скажи? Нет, нет, как бы я не в том положении, чтобы советовать, чтобы... Я нахожусь между двумя огнями, между Лёшей и Римом. Что мне? На одного нападу, второму помогу. Не-не-не, просто мне кажется, что тебе надо было отхватывать сетью и тир. Да, я тоже считаю, что сети и тир — это твои города. Я не знаю, почему ты позволил Риму их у себя оставить. Это реально твои города. Просто так бы ты играл бы в... 8 городов, а 8 городов не 6. Ваш кар. Ну тем более, там хорошие города, Тир — это вообще столица. Тир — это столица? Да. Сайти, я так понимаю, это второй город. Так они что, втроём на одном континенте начинали, что ли? Нет. Я так и не понял, как Рим захватил Тир и Сетию, так обошел. Да. Через Лиссабон. Ну, он сказал, что через Лиссабон. То есть Лиссабон был тоже. Так там одна клетка прохода через Лиссабон. Ну, через нее и прошел. Непонятно. Видимо. Так, сейчас будет где-то тут этот. Агена робот. Было по 120 где-то, по-моему, защита. Видимо, все там хорошо. Опа. Вот она где. Ой. Он защищает подлодочку, я понял. Это, конечно, особенность России, Россия-матушка. Когда я смотрю на Ярославль, у него просто пятый радиус есть. Не убил. Ну подъедь. Полетела ядерка.
Полетела ядерка от Рима куда-то. В Лондон, да. Проблема в том, что ты его не сможешь разрушить. Это все очень страшно. Конечно, там космодром. Вот это не было. Для Алексея. Он не попал в космодром. Ну, космодром-то жопа. Остался цел. Так какая разница? Ребят, ваше мнение... Right now по поводу того, что в этой игре не было банов. Это было в плюс или это было в минус? Я считаю, были же баны. Или вы имеете в виду запреты на разные практически, правила? Практически запретов не было, да. Но мне больше нравится без запретов, если честно. Мне кажется, особо ничего не поменялось. Ну смотрите, ну... Ну взял, надо взял было Мапучи, там армию, это всем. Престиж... Я его не реализовал, я должен был в веру пойти, и тогда какой-то смысл в этом был. Я просто решил взять, потому что много веры. Единственное, что урожай это очень читерская, которая типа вера за вырубку. Это, я считаю, что вопрос не в том, что я считаю и не считаю. Как твои ощущения от игры? Вот что я спрашиваю. Нет, я говорю то, что ощущения такие, что в принципе все тут нормально, но если реализовывать определенные пантеоны более правильно, то хотя я не знаю, у кого был урожай, ребят. На плюс веры. Не знаю, вроде никто не брал, пока я не брал. Давайте атомные подводные лодки откроем. Ну, блин. Бога открытого. Ай. Ребят, никто не хочет на Рим напасть. Ну, что-то, ну, вообще как-то нечестно. Он просто приплывает через полкарты. Через полкарты приплывает, алло. Япония взяла богиню урожая. Чат нуар, я как бы серьезные вещи спрашиваю. Никто на Рим не хочет напасть, приплывает через полкарты, просто меня сносит, и никто там не хочет ему помешать. Мне выгоден твой снос. Да, но он захватит мои города, получит очки, он победит. Как помешать человеку победить? Ну пока он только твоих городов не захватил, давай по мере поступления. Вот захватит твои города, тогда и поговорим. Так он уже ядерки бросает. Я тоже могу ядерку бросить, и чё? Ну, брось. Брось только в мою стольню, пожалуйста. Мне нравится, как он подвёл ещё войска в твоей стольне, так что там не будет тоже. А что не так делать? Блин, Лёш, ну у тебя пока плюс 200 очков. Победи. И после тебя идет даже не я, а Кри, например. Так а что вы собираетесь сделать потом? Вот он захватит города, и у него атомки и человекоподобные роботы. Что вы потом собираетесь делать? Он просто разворачивает армию и потом на кого-то другого нападает. Берешь 17 ходов, он не успеет до Кри дойти. А зачем ему Кри? Он русского захватывает, он Египет захватывает, японца захватывает. Зачем ему Кри идти? А мои города точно, точно там 200 очков стоят. Ну, смотри, пока он захватит тебя, это, блин, ходов 9. Убил наконец-то. Так, где тут его эта подлодка? Блин, вот он гад где-то там про... Бля, чё эти здесь... Сколько у него этих роботов, боже, он настроил. Я забыл об этом сказать. Где тут эта подлодка? А сейчас у них сколько шансов? Еще полетело. Бирмингем. Боже, сколько у него... Ну, я, короче, затупил, что без атомок играл. Это, конечно, неправильно. Ошибка моя. Где? Так, ребят, ну мою столицу вынесли. Всем спасибо за игру, сорян, что расклеился к последнему, к концу. Все, здорово. Да.
Денег нет, счастье, здоровье. Магия сейчас надо идти. Ну ладно. Ну, спасибо за игру, но Египет, видимо, тоже может уходить. Да, Египет тоже может уходить. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Я же уже ждал, когда я соболел. Ничего не говорил. А кто-нибудь может обменять нефть, например, на алюминий? Кто поторгует со мной нефть? Ага. Вот я могу нефть продать, в принципе. Я это кто? Кри, что хочешь за нефть? Уран есть? Нет. Блин, мне в принципе то особо ничего не нужно. Ну деньги разве что. Ну сколько тебе надо? Так, а что еще сейчас за ядерка была? Куда что полетело? Сколько хочешь? Гурлу мапу, я так понял. Кри кидал и забрал. А столицу Мапучи. Ну чё, за сколько нефть продашь? Ты кто? Я Олег. Дубль 2. Давай, 200 за 29. Сколько будет стоить? Ну, как-то мало. Космопорт 3600. Мало. Олег, я тебе кинул предложение, принимай. Да, думал, кто-то нашел уже. Нашел. Не, что так дорого? Нет, ну, за что нефть это грабеж. А ты что-то... Нефть вообще не актуальна уже. Ну это вам не актуально, а мне нормально. Я задержка развить. Чё, до сих пор мазут месишь? Я двигатель внутреннего сгорания через вход открывать. У нас тут уже ядрёные бомбы. Я тебе кинул предложение, тебе понравилось. Я даже проект Манхэттен не делал. Ну, как тебе бы, ну, блин. Утверждаю. Смысл? Блин, а почему Лёша не добавляется очков? Потому что он разбомбил два города. Должен захватить их и снести. Лондон снести в принципе. Ну, в смысле, я вообще-то параллельно с этим захватил два города Египта. Да, да. Чтобы он ушел. Блин, если сейчас захочу твои города, то кривые города. Биг, я тебе реально тебе говорю, тебе надо у русского города забирать, а не у меня. Давай замиримся лучше. Слушай, ну Лёш, ну мне надо и у тебя убавить, и у себя прибавить. Я не и параллельно Кри побеждает, да? Ну ты ж видишь, я уничтожаю тебе ну, корабли. Так. А так ты русского захватил бы. Няш-мяш, Кри, няш. Лёш, давай так. Ты хочешь ты победить? Я хочу сам победить. И... У нас, мне кажется, никак не будет никакого взаимодействия такого ровного. Да, но при этом там еще третий игрок побеждает, и ты ему никак не мешаешь. Ты считаешь я это честно? Я побеждаю. Ты понимаешь, он сейчас идет на риск. Если он тебя берет, он побеждает. Если не берет, то проигрывает. Бля-бля-бля. Как бы риск есть. И это нормально. Мне надо купить робота. А он там 3000 стоит, что ли? Да. Всем спасибо за игру. Пока, пока. Так, это кто отключился? Тебе спасибо. Египтянин? Mm-hmm. Давай, египтянин, пока. В следующий раз, пожалуйста, строй ферму сразу. Русский, глянь сделку, пожалуйста. Я загружаюсь. У меня рассинхрон на каждый ход. Нам что, не показывает? Показывает. Every life is many dead.
единая империя американских народов. Ой, жопа. Что может быть лучше? А где мои еще каперы? Больше нету, да? Не, ну я сам виноват. А, вот. А роботов вообще что-нибудь сносит вот реально? Так, извините, мне надо дождаться, чтобы русский загрузился. Русский, ты загрузился? Да. Предложение посмотри, пожалуйста. Прямо вот сейчас. Ну что, я не могу отремонтировать, да, центр города? Японец предложение, глянь. Надо приехать обратно, апнуть эти. Ай, блин. Пропустил все-таки Рим, но он отсюда вот приплыл, видите? И он еще может приплывать. При этом побеждает Крипака. Ну, сейчас захватит Лондон. Это ты проект Манхэттен делай, получается. И кидай ядерки в них. Так, а там еще должна быть карточка. Ну вот... Может, не стоило мне этого ученого за 6 тысяч покупать? Я бы мог двух человекоподобных роботов купить. Двух. Так, а почему я вдруг увидел все? Потому что ты союз с Кри заключил. Блин, ну... Нет. А, он это у меня повышен уровень союза с этим. Сейчас скажу, с кем. С римлянином. Ну, там захватили. Да, Бирмингем я захватил. И уничтожил его. Просто трындец. Да, интересно, у римляна, конечно, посреди империи джунглей. У меня столица захвачена. Да она сейчас восстанет. Из пепла. А что, кстати, происходит, интересно? Дапнуть подлодки в атомные. Ну что, где тут умные материалы? Вот они. Три хода. Потом надо сюда идти. На следующий ход будет видно. Пересчитается в начале следующего хода. А ты с Кри вообще воевать будешь, нет? Сейчас тебе приделаем.
Я сейчас попробую выровнять ситуацию за последние 14 ходов. Не, ну ты же сам понимаешь, что у всех своя, всех каждый хочет выиграть. Лидеров в другом, у кого это получится. Ты знаешь, что крикнул ядерки на мапу без помощи. Но после это мало было. Рим, ты вместо говорения булькаешь. Я с трудом понимаю, что ты говоришь. Блин, я говорю, что я не понимаю, зачем крики дал ядерки на мапучи. А что в этом плохого? Ну, по сути, тебе это ничего не давало. Почему я города захватывал? Да, он же все мапучи захватил. Не все. Ну что, купим космопорт просто где-нибудь? Давайте пересадим Рейну. Только половину городов его захватил. Не, ну он 3600 стоит, блин. Даже меньше. У римлянина, наверное, больше всех 3600. Своих городов, да? Я смотрю, у него вообще захвачено. Мне надо Лондон нет, отбивать. Кроме Лондона. Как это? У него половина городов финикийские. А, вижу. Кто умер? Берута, Угарит, Библ, Тир. Ну, я так понимаю, что эти роботы тоже должны умирать, нет? Какая столица у этих? Библ? Тир. Финикийцы. Тир столица была, он селился по берегу, типа. А вот у русского как было, вот 4 города так и есть, да? А, 5. Не, нифига. У меня рассинхронит, то загрузится. Не умирает юнит. Как мне город отбить? Да. Это маленькая жопа. Народ, кто денег может дать? Ну там, за что-нибудь. А сколько хочешь? Ну, какую-нибудь 1000, например. Так, это компьютер. Полет в космос — дорогое удовольствие. Кри, предложение мира. Русские предложения. Ну, мне надо как-то отбивать Лондон.
Блять, нефть нужна. Боже, так эти роботы уран потребляют. О, кстати, ставим карточку. Так хорошо около Везувия же, где он меня два раза всего извергал. Где, от него где? Продакшена плюс 3, я так понимаю. А, еще не купить. Открыто? Господи, так да эти нет, роботы я открыл, требуют 3 урана за ход, оказывается. Это читаю. Где это? Характеристики, так сказать. На этом пока все. Продолжение запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!